Приветствую всех зрителей, снимаю для вас второе видео, как можно убрать полностью рекламу из вашего смартфона. Кому интересно, посмотрите для начала первое видео. Для того, чтобы ролик не был слишком длинным, я решил разбить его на два видео, более коротких, четко все, коротко и по делу. Можете повторять эти манипуляции за мной, и вы лишитесь полностью рекламы. Заходим в раздел «Инструменты», папка «Загрузки», «Настройки», «Получать рекомендации», убирайте галочку, отключайте, все, рекламе до свидания в загрузках. Далее ищем папку, называется она «Проводник», у вас на рабочем столе должно быть, вот. Заходим в «Проводник», «Настройки», так, «Информация», «Получать рекомендации». Та же самая ситуация. Убираем галочку. Все, рекламе, до свидания. Дальше заходим в раздел «Безопасность». Вот. Сейчас ради интереса нажимаем «Очистку». Появится ли реклама? Может, нет. Сейчас посмотрим. Если у вас появится, то следующую манипуляцию вы делаете обязательно. Но если не появится, вы тоже на всякий случай проверите. Идет очистка, заканчивается. Проверяем. Заходим в настройки. Так. Вот внизу рекомендации. Получать рекомендации. Их тоже убираем. Далее мы заходим в раздел «Музыка». Если вы слушаете музыку в вашем смартфоне, в вашем стандартном приложении «Музыка». Если у вас реклама есть, вот подобной этой, которая немножко раздражает, если вы часто пользуетесь музыкой, эту рекламу можно убрать. Сейчас покажу как. Заходим в настройки. Так, расширенные настройки. Вниз. Вот, получать рекомендации. Убирайте галочку. И все рекламки пока. Музыку слушайте без проблем, без всякой рекламы. Все, ребятки. Вот такие вот 4 момента, которые вы примените в своем смартфоне, лишитесь рекламы. Напомню, что это второе видео. Посмотрите первое видео и второе видео в комплексе. Еще третье видео о том, как убрать рекламу в Play Market. 3 коротких видео примените в своем смартфоне. И все будет четко, коротко и по делу. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем удачи!